Ну что, дорогие, мы отстояли очередь. И что вы думаете? Нам нужно только прийти в 3 часа. Сейчас знаете, сколько времени? 11. В 3 часа мы только можем сесть за руль. Покататься. 15 минут я, 15 минут Виталик. И поехать. Сегодня снова подружка, получается, Еву заберет. Так что 3:30 хорошо, если мы отсюда сможем выехать. А то и в 4 опять, как вчера. Вот, и дома во сколько будем. Ну, вот так получается, да. Вот такие очереди. Все хотят покататься, потренироваться. На всех машин не хватает. Так что, видите, когда мы приходим, мы пришли уже вчера в 7 часов, мы никакие уже. Поэтому, конечно же, там в такси, ну, сколько остается там поездить? Чуть-чуть, сколько там можно заработать за это время, которое остается, и то ты уставший уже. Поэтому мы сейчас посмотрели в этом, в приложении такси, и хотим вам предложить тоже. Кто-то, может быть, думал о том, чтобы в такси подработать или работать. Вот у нас друг знакомый работает только в такси всегда. Это не подработка, это у него основная работа. И он, в принципе, там зарабатывает, потому что это не то, что мы вам до этого говорили, по чуть-чуть там сколько получится. А если ты прям, ну, работаешь, то это уже не подработка, а нормальная зарплата будет. То есть с нами не сравнивайте. Поэтому или подработка, если вам нужно немножко чуть больше денег, или вам нужна основная работа. Я сейчас ссылочку под это видео и в прикрепленном комментарии оставлю. Если вы по ней будете регистрироваться, в данный момент сейчас, это лифт-драйвер, будет, если вы выполните условия, там по ссылочке пройдете, прочитаете эти условия, там определенное количество поездок сделаете, и смотрите, в какой период вы должны их сделать, и тогда вам еще к вашей основной зарплате будет еще $600 дополнительно, бонус. Вот, и вам бонус, и нам хорошо, и вам хорошо, и нам это большое тоже подспорье будет, потому что, говорю, мы не можем сейчас вот, как, ну, некогда, просто некогда подработать это, надо учиться, надо быстрее закончить это, поэтому сейчас такое положение у нас, поэтому если есть выбор у вас там по чьей-то ссылке или по нашей, выберите нашу, пожалуйста, если вы все равно будете регистрироваться, правда? И вам хорошо будет бонус по нашей ссылке, по Виталика ссылке. И нам будет подспорье, чтобы мы доучились. И в конце концов, чтобы нам было хоть что покушать. Потому что оно здесь улетает. Все это, ты в минус уходишь очень быстро. Хотя мы очень, вы видите, как мы очень быстро стараемся. Некоторые по 2 месяца учатся, еще только притрип думают сдавать. А мы уже там на той неделе поучились. На этой неделе уже предварительный экзамен сдали. Поэтому мы-то сделали, со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс, насколько возможно. Конечно, мы учимся усердно, иногда не досыпаем. Но вот поэтому, а когда подрабатывать, если приезжаешь только вечером? Поэтому, если у вас есть возможность, и вы думали потаксовать, вы думали работать в такси, то ссылочка внизу, воспользуйтесь, пожалуйста, и выполните условия, и вам будет бонус, и нам. Вот, так вы себе поможете, и нам. Вам вдвойне вам это самое благодарность, в общем, польза. Все, обнимаем. Все, оставлю сейчас все ссылочки. И в Facebook тоже сейчас сделаю ее ссылочку. Везде, в Одноклассниках сделаю. Пользуйтесь. Если не вы сами, то если вы где-то слышали, или ваш друг, подруга, родственник ищет работу или подработку и думал о такси, дайте ему эту ссылку, поделитесь нашей ссылкой с ним. Таким образом вы нам очень поможете. Ну все, обнимаем, мы продолжаем учиться. Не знаем, сейчас 4 часа нам ждать, просто ждать, сидеть. Не знаем сейчас, чем заняться. Жалко, конечно, это времени, что ты просто сидишь и ничего не можешь сделать. Вот. И уехать отсюда не можешь на работу, потому что, ну как? Сейчас вот может кто-то не прийти, например. Нам нужно быть здесь. Ну и ходить вокруг машины, повторять тоже детали. Так что имейте в виду, поделитесь нашей ссылочкой. Может, в своих соцсетях поделитесь, там еще где-то. Будем очень, очень благодарны, потому что такое у нас очень непростое положение. Сейчас записывается, кстати, на экзамен.
только через месяц на такое вот вождение DMV. Месяц еще ждать. То есть нужно накатывать. Надеюсь, что будет меньше, но пока не меньше народу. Пока не меньше, говорю, даже больше. И как-то вот мы не успеваем. Ну, почему-то после обеда нас только назначают кататься. Ну все, обнимашки вам большие и большая благодарность, если вы сделаете тоже для нас что-то добренькое, хорошенькое. Поделитесь ссылочкой со своими друзьями, знакомыми или в соцсетях. Все, пока-пока. Пока-пока.